Сегодня 1 декабря 2016 года. Я вышла в свой сад немножко прогуляться. И кошка вот увидела меня и залезла на ручки. А я хочу посмотреть, как зимуют мои растения. Снега выпало немножко. И в основном он лежит на открытых местах. А под деревьями, под кустами его нет. Растения оказались немножко укрытыми снежком на сантиметр или на два. Это, конечно, недостаточно для таких больших морозов, но вот передали на завтра, уже днем будет 0, а ночью минус 5. Я обошла свои владения, посмотрела, что как зимует. Просто ради интереса, ничем я помочь пока не могу с климатом. Снега, конечно, должно быть больше при таких морозах. Ну, что делать? Ксюшенька залезла снова на меня. Она не спрашивает, хочу я этого или нет. Главное, ей так удобно. Топчет лапками мой капюшон. Такая ласковая ручная кошечка. Да они у меня все трое ласковые, но те две где-то бегают или спят, может, в укромном местечке на чердаке. Собачка вообще не захотела выходить гулять второй раз. Мерзнет. А сейчас я хочу сказать большое спасибо всем моим дорогим подписчикам за просмотр этого видео, а также новым зрителям большое спасибо за просмотр и за подписку на мой канал. С вами была Талла Васильевна Хукрянская. До скорой встречи в новых моих видео.